54-ю школу авиастроительного района Казани сегодня заглянул Ильсур Медшин. В здании сделали капитальный ремонт. Городоначальник пообещал, что на территории учебного заведения появится и стадион. После мэр проинспектировал строительство парковки на пересечении улиц Челюскина и Беломорская. Открытие запланировано 1 ноября. Важно предусмотреть электронное информирование. То есть, если я еду, сколько мест пустых, вот, в городе, допустим, в центре появились, те, которые были еще до масштабной программы парковки, не все, проезжая, видят, что на данный момент сколько парковочных мест пустых. Да. Сколько оплаты, вот эти вопросы надо сразу смотреть. Да.